С рождением Маши Прокофьевой, дочери известных запорожских художников, тяжелое заболевание, легочная гипертензия и порок сердца. В результате сосуды ее легких сильно сужены и плохо снабжают организм кислородом. Сердце при этом резко увеличивается в размерах. В детстве специалисты из США провели Маше уникальную операцию на сердце. Спустя 20 лет болезнь стала прогрессировать. 4 месяца назад Маша вылетела в Индию. Местные кардиохирурги перед запланированной операцией по трансплантации сердца и легких провели лекарственную терапию, которая дала удивительный результат. Сердце резко уменьшилось, болезнь начала отступать. Эта терапия, которая там сейчас она проходит местными препаратами, она очень дорогостоящая. То есть вот, например, на август для того, чтобы продолжить лечение, нужно почти 100 тысяч гривен, а иначе как бы болезнь начнет регрессировать. Если она начнет снова возвращаться, то последствия могут быть даже еще худшими. Конечно, собрать вот такую сумму семье, которая уже много лет борется за спасение жизни девочки, очень сложно. Вот, и без добрых людей, и без вашей помощи обойтись нам будет очень сложно. Маша, как и ее родители, хорошо рисует, мечтает вернуться к активной жизни. В клинике помогает другим пациентам не падать духом. В своем видеообращении к землякам говорит о планах на будущее. Понимаю, что, родившись таким заболеванием, имею какую-то миссию на этой земле. В Украине я оставляю свой любимый проект, это картинная галерея, пока онлайн, в которой будет создан блок благотворительности, для благотворительности, для людей, которые болеют легочной гипертензией, для деток. Несколько месяцев назад на просьбу о материальной помощи для Маши откликнулись художники из Украины и других стран. Но продать с аукциона подаренные картины родители Маши до сих пор не могут. Художники со всей Украины прислали нам каждый там по одной, по две работы. Мы делали такой небольшой репортаж, обратились во многие галереи. Ну, пока результат оказался немножко не тот, который мы ожидали. Когда есть прогресс в лечении, важно не прерывать курс терапии. До 29 июля необходимо собрать средства для приобретения лекарств для Маши. Сейчас для нас не имеет смысла практически ничего для нашей семьи, кроме того, как бы нам оплатить этот чек. Пока не попадаешь в такую ситуацию, не понимаешь, насколько нужна поддержка людей. Не только материальная, но и моральная. Если вы можете оказать помощь в спасении жизни Маши Прокофьевой, звоните по номеру телефона, который вы видите на экране. Галина Знаменская, Игорь Бахиркин, ТВ5.